сестры. Я чувствую ваши тела. Я предвкушаю испарины на лбах, и это мне нравится. Мы собрались, чтобы вступить в 19-й. Так далеко прежде не заходил еще никто из живых, и мы уже на его территории. На нашу почту поступают отчеты из всех мировых точек. Десятки миллиардов телефонных звонков возвещают мне. Мы стоим в авангарде этого времени. Стоите вы, мои правнуки и племянники, дочери и сыновья. Я, как президент потусторонней страны, хочу раскрыть свою старую тайну. Секрет, который тебе одновременно известен и нет. Я надвещественен. Меня не существует. Сила, меня породившая, не любит, когда имя ее произносит без дела. Но каждый из вас понимает, о чем я. В скорости после возникновения времени я отринул конструктив плоти и крови, чтобы самозарождаться внутри самых лучших из вас. Но мне не нужно угождать. Я, как ваш президент, уже целиком внутри вас. Я забираюсь внутрь через поры на голове и иными способами, олицетворяя собой все самое искристое, чему ты дашь волю. Я здесь, пока в мире не перевелось возвышенное. Я жив, пока ты еще в состоянии трахаться, пока тебе знаком музыкальный или иной экстаз. Я здесь, пока широк твой жест искренним помыслом. Я хочу, чтобы вы полюбили друг друга еще сильнее, но не как чертовы хиппи. Здесь в сферах не любят сраных хиппи. Я хочу, чтобы каждый из вас стал веселым эфиром. Я хочу, чтобы все пережитое было смачно подытожено этой ночью, первой ночью. Я желаю, чтобы дети краснели от счастья, а взрослые я хочу, чтобы были ночного цвета, пахнущие самыми тонкими оттенками запахов. Я знаю, тогда-то мы и вырвемся из насквозь прогнившей скорлупы здравого смысла и, как приправленные гордыни орехи, ворвемся прямо в разверстую пасть и плоть ветра. И я вижу, насколько вы прекрасны. Какое желание загадать, Том, напираясь о косяк портала в Новый год? Загадай, чтобы саксофонисту Junkyard Storytellers перепало этой ночью. Такими шагами постепенно и верно мы вернем человечеству любовь. Кому-то выпала судьба криптоанархиста, кому-то дилера ходовых вещей, кому-то безмятежная жизнь ночного сторожа, но каждый, вспоминая меня, становится одинаково счастлив. Время неумолимо тянется под гнетом излучения неподкупного телесуфлера и лагерей неадекватного копирайтера. Потому я наконец-таки поднимаю этот бокал за вас, братья и сестры. Мы провели великий год. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, и да благословит вас рок-н-ролл. Любите исключительно охуительную музыку и всех людей вокруг, в особенности меня. Предохраняйтесь и не забывайте чистить зубы. С новым 2019 годом! Okay.